«Мы за мирный атом». В Заурале стартовал одноименный конкурс детского рисунка. Проводится ежегодно. Все зауральские школьники до 18 лет, в том числе занимающиеся в художественных кружках и секциях, должны представить свое видение на тему экологии мирного атома, предотвращения ядерной войны и техногенных катастроф. Заявки нужно успеть подать до 1 ноября. Сделать это можно как в областном департаменте природных ресурсов, так и в детско-юношеском центре. Лучшие рисунки разместят на сайте ведомств и акционерного общества «Далур».